Здравствуйте, сегодня не будем рассказывать про BMW, просто покажем, что этот баварский автомобиль может. Е46 в заводе выглядит так, но под капотом выглядит иначе. Сейчас посмотрим. На сегодняшний день в этом двигателе понад 450 лошадей. Понад 500 крутящего момента. И задний мост сваренный, то бишь на пердалах. Хорошо, идемте покажу, как он выглядит зовне. Покажу, как он выглядит на улице. Не будем вам рассказывать про BMW E46, он подготовленный, чтобы на нем сжечь резину, здесь уже половины нету. В этом автомобиле нету ни радио, ни климы, ничего здесь нету. Он подготовленный, чтобы резина дымела. Где мы полатать? Як? Я иди. Я еще тренажер на главу. Ну, это добро всем. We'll be right back.
навіть водобури. Підстав. Варто було тут приїхати. Thank you.
Ай, блядь! Я тебе был. Лукаш. Если вам нравится, помните о лайках и подписке на наш канал. Спасибо, до встречи на другом видео.